Добрый день, меня зовут Антон, я руководитель компании X-Profile. Сегодня мы находимся в нашем центральном складе. Тут же у нас и сервисный центр Decker по совместительству. Сегодня я хотел бы вам представить роликовые листогибы. Листогибы Bender, используются они в производстве кровли. Это у нас одинарные листогибы, одинарные бендеры. Различия в них между собой в том, что один у нас одинарный с обычным роликом, то есть он у нас под углом 90 градусов. Второй же у нас это Perfect Bender, отличает его как раз таки скошенный такой гибочный ролик. Он находится под углом 100 градусов, то есть догибать можно будет кромочку до 100 градусов. На этом же 90. Оба бендера собраны из нержавеющей стали, то есть у них они состоят из нержавеющего корпуса, из двух направляющих металлических радиусом, диаметром, вернее, 15 миллиметров. Очень крепкие, отлично себя показывают в работе. Все клиенты довольны, покупают, пользуются и горе не знают. Такие бендеры, естественно, гораздо дешевле, чем бендер Вука. Вука у нас сейчас на данный момент очень дорого стоит. Это отличные аналоги для работы. На этих направляющих есть шкала измерительная, то есть по ней можно будет выставлять сам корпус. Вот она, эта шкала. Шкала со временем не стирается, поскольку это гравировка с лазерным нанесением. Даже при каждодневной эксплуатации на протяжении 5-6 лет с этой гравировкой ничего не произойдет, поскольку здесь сама вот эта вот опора, внутри есть втулки. Втулки, они не металлические, это пластик, который позволяет ходить самому корпусу без проблем. И, соответственно, минимизирует, плюс там смазка, минимизирует как раз-таки трение между самой втулкой и металлической направляющей из нержавеющей стали. Сам корпус легко двигается, то есть тут есть два таких же зажима, зажим барашка, они легко отжимаются, и причем корпус сразу не падает, то есть вы можете его держать, вот корпус сейчас разжат, он будет ходить вот таким вот образом, то есть его можно будет легко отправлять, и он не падает, то есть даже когда трясете. Эти данные ручные бендеры есть в исполнении 200, 250, 300 и 350 миллиметров. Все эти бендеры у нас есть в наличии. И давайте попробуем сейчас сделать пробный гиб, скажем, на Perfect Bender, например, на металле, оцинкованном толщиной 0,5 миллиметров. Сделаем пробный гиб. На данный момент я его выставил на 15 миллиметров. Гиб делается очень мягко. Даже неопытный мастер, как я, может сделать гиб без проблем. Гиб, и причем отличного качества. Примерно вот так вот у нас получилось. Никаких следов, то есть с этой стороны можете посмотреть, то есть никаких следов сам гибочный ролик не оставляет. Выглядит это очень отлично, работается на нем тоже превосходно, что на нем, что на обычном не Perfect Bender. Они у нас есть в наличии на складе в Москве, отправляем и также со склада. Обращайтесь к нашим менеджерам. Они всегда вас проконсультируют по поводу доставки. Мы доставляем в любой город России, любыми транспортными компаниями. В основном такие бендеры доставляются транспортной компанией СДЭК, так как они маленькие и негабаритные. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, ролик вам понравился и был познавательным. Спасибо. Всего доброго. До свидания.